Видео шортс. Итак, это город Кисловодск, январь 2024 год. Вот снимаю такую достопримечательность. Выложен январь 2008 год. 2024, 8 января. Сейчас. Подождите, сейчас, видео шорт, сейчас, минутку. Сейчас, еще 10 секунд. Итак, ребят, это город Кисловодск. Январь 2024 год, 14 января. Снимаю вам вот такую достопримечательность. Это в центре лечебного парка. Январь 2024 года. Сейчас. Ага, сейчас. Минутное видео сейчас. Да? Итак, ребят, это город Кисловодск, январь 2024 года, вокзал, железнодорожный вокзал, вот такой вот Дед Мороз, интересный. Вот, смотрите, станция вокзала. Вон там Кисловодск. Вот видите, железнодорожная станция.
Так, ребята, это город Кисловодск, январь 2024 года. Вот снимаю вот такие вот сосны. Ну или одна из разновидностей елей. Очень большие. Это лечебный парк, город Кисловодск, январь 2022 года. Вот такие вот здесь очень большие ели. Ну, сосны, ели. Очень громадное, невероятное дерево. Вот сзади еще одно. А, итак, ребята, это город Кисловодск, январь 2024 года. Снимаю вам лечебный парк. Вот такие вот здоровые сосны из семейства еловых или сосновых. Кто знает, скажите, напишите в комментариях, как называются такие деревья большие. Ну, сосна, наверное. Да, невероятно толстые. Кроны очень большие. Итак, ребят, нахожусь на территории Краеведческого музея крепости. Здесь заложен первый камень, где был основан сам Кисловодск. Вот здесь основан Кисловодск с 13 по новому, 25 по старому июня 1803 год. Итак, камень заложения Кисловодска. Это вот вокруг Краеведческого музея. Так, это город Кисловодск, январь 2024 года. Итак, ребят, это город Кисловодск. А это вот вход в Краеведческий музей крепость. Вот такие вот. Покажу территорию вокруг данного музея. Находится около Никольского собора. Вот проходят экскурсии. Вот такой вот. Такая вот крепость. Крепость-музей. Историко-краеведческий музей крепость. А, итак, ребята, это каскадная лестница, город Кисловодск. Январь 2024 год. Вот такая вот небольшая каскадная лестница.
Очень много ступенек. Вот, по которым поднимаешься. Там вот начало. Итак, ребята, это город Кисловодск, смотровая площадка. Вот это вот здоровая лестница, по которой идти 400 ступенек. Вот небольшой обзор. Это вот самого верха. Это вот в парке. Здесь везде, в общем, деревья. И... Вот. И вот этот крутой спуск. Итак, это демон какой-то за решеткой. Демон за решеткой. Я! Жуков нету, пойдем. Там жуки есть. Может быть, нет. Это дьявол, заключенный за решеткой. Так, вот он за решеткой, дьявол за решеткой. Чиденький, господи, типа Лермонтов. Страшно. А, ну если мам, не, я сейчас это, мама вон если захочет, я видео пока снимаю.
Итак, ребят, это город Кисловодск, железнодорожный вокзал. Вот такая вот вазочка, кувшинчик. Так, ребят, это город Кисловодск, январь 2024 года. Снимаю вам небольшие достопримечательности. Здесь будет сооружен памятник жертвам геноцида против карачаевского народа. Находится он на территории парка Кривеческого музея «Крепость». Около Никольского собора вон видно небольшие купола. Вот такая вот небольшая территория. Так, ребята, это город Кисловодск, вокзал железнодорожный. Вот снимаю достопримечательности, елочку. Итак, это Кисловодск, Октябрьские ванны. Внутри Октябрьских ванн. Вот такую вот елочку здесь поставили. Итак, ребят, это город Кисловодск, январь 2024 года, это вокзал, такие вот пути, табло, вот такая вот елочка. Итак, ребят, это город Кисловодск, территория одного из краеведческих музеев, около Никольского собора. Вот такая вот танки, БТРы, пушки, миномет,
Вот такие вот достопримечательности около Никольского собора. Вот такие вот. Так, ребят, это город Кисловодск, январь 2024 года. Снимаю вам небольшие достопримечательности. Здесь будет сооружен памятник жертвам геноцида против карачаевского народа. Находится он на территории парка Кривеческого музея «Крепость». Около Никольского собора вон видно небольшие купола. Вот такая вот небольшая территория. Итак, ребята, это город Кисловодск. 1 января 2024 года. Снимаю вам колоннаду. Я отдыхаю. У меня отпуск. Ну, кто был в Кисловодске, в колоннаде, проезжал мимо колоннады, тот знает. Напротив Ленин. Итак, ребята, это город Кисловодск, курортный бульвар. 1 января 2024 года, я здесь отдыхаю. Вот курортный бульвар. Держи меня, ты изо всех возможных.
Хочу я тебя заберу с собой. Зачем мне сон? Нет, не помню я. Но ты же знаешь все равно, что в душе моей темно, если рядом нет тебя. Ночь ожидает боль, словно я расход. Я ничего не вижу за себя. Что мне сегодня надо? Просто быть с тобой рядом. Ночь, что странная свобода. От заката до восхода. Жду тебя, надеясь, ну. День, я прошу тебя, не надо. От восхода до заката. Говори с неправильным умом. Так, ребят, это город Кисловодск. Снимаю вам территорию лечебного парка. Вот такие невероятные здесь деревья, сосны. Просто громадные. Вот среди там 3-4 сосен. Корневая система очень большая. Вот такие здесь замечательные деревья. Просто гиганты. Так, ребята, это Кисловодск, лечебный парк. Вот на территории парка находится такой вот веревочный парк. Вот такой вот типа скалодрома. Такой вот он. Он сейчас закрыт, открыт только летом. Открывается только летом. Вот такие сосны. Итак, ребят, это город Кисловодск, январь 2024 года, лечебный парк. Лечебный парк. Такие вот фигурки здесь выкладывают. Там вот дата 2024, а здесь с Новым годом. Итак, ребята, это Кисловодск, январь 2024.
Это лечебный парк. Итак, ребята, это город Кисловодск, январь 2024 года, лечебный парк. Вот такая вот небольшая часовенка. Здесь можно набрать освященную воду из источника. А здесь икона Николая Чудотворца. Где набирает воду. Так, ребята, это город Кисловодск, лечебный парк. Вот снимаю памятник. Вот такой вот памятник в лечебном парке. Вот такая вот здесь красота. Итак, ребята, это город Кисловодск, 1 января 2024 года. Снимаю вам небольшие достопримечательности. Такой вот орел, мальчишки бегают. Итак, ребята, это Кисловодск, январь 2024 года, лечебный парк. Вот снимаю различные статуи, достопримечательности лечебного парка. Это январь 2024 года. Вот такая вот монументальная. Сейчас я вам покажу. Вот небольшая территория парка, откуда я снимаю. Много сосен. Итак, снимаю вам Кисловодск. 1 января 2024 года. Вот такого вот орла. Такая вот достопримечательность около колоннада. Вот на таком камушке. Рядом вот небольшие достопримечательности. Вот такой вот орел.